Приветствую вас, друзья, на канал ВВПлей, меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки Surviving the Aftermath. Четвертое обновление, Великие Умы. Всем приятного просмотра, друзья, мы начинаем. Итак, друзья, как я обещал в предыдущей серии, мы быстренько, я позже поиграл в офлайне. Как видите, да, мы уже заапгрейдились на коммунальное жилье, мы уже построили пару домов, да. Уже вот, я построил еще пару складиков, набрал я очков, довольно-таки неплохо. Открыли мы довольно-таки много карт, открыли мы, опять же, очень много поселений, ну это же очень много, но достаточно. И самое главное, друзья, что я первым делом сделал, смотрите, что у нас здесь растет, друзья. Подсолнухи. У нас наконец-то есть подсолнухи, мы сможем нормально работать. Итак, сегодня по планам у нас что? Опять мы будем заниматься производством пищи. Так, еще, кстати, я построил кухонку. Ну вот, так как видите, да, 51 день. Как видите, мы прожили 5 катастроф, 0 смертей, 9 пришедших людей, которых мы приняли. Так, ну вот, как видите, да, и сегодня нам надо, знаете, что, друзья, сделать? Уйти в электричество. У нас, видите, у нас 350 комплектующих, очень неплохо мы поработали, кстати. Всех я вернул домой, сейчас буду опять же распределять их по разным местам. И заодно мы, знаете, что, друзья, сразу сюда приедем и всех расставим, зачистим территорию заодно. Этих сюда поставим. Потому что у нас есть несколько бойцов, вот это, она есть боец, пусть она идет сюда тоже. Этого чувачка мы пошлем, не знаю, мы пошлем его вот сюда, наверное, да, надо открывать территорию. Так же самое и его, потом мы распределим их по дальней, ну, распределим по дальнейшему, потому что еще только открывать. Так, значит, что мы делаем, отжимаем, не, мы не отжимаем паузу. Смотрим, что у нас по электричеству, да, изучаем, мы изучаем производство. Да, вот я уже выучил, значит, энергия, ветер, солнечная энергия, эти панели. Я не вижу смысла строить солнечные батареи, потому что, сейчас объясню, потому что смысла, он не работает 24 сутки, 24, ну, нон-стопом. И потому мы, думаю, что будем чисто концентрироваться на ветряках. Так, значит, мы будем сделать так, будем строить ветряки. Пока что, знаете что, друзья, да, заодно, пока у нас тут, давайте про... А где наши энергия ветра второе? Ах, ты жопа жопошная. Не, ну, можем мы изучить, потому что я не хочу строить эти маленькие ветряки. Сразу будем строить нормальные, большие, огромные ветряки. У нас, на благо, это есть очки производства. Так, они пусть идут дальше, нам об этом не надо думать вообще. Они сами справятся, они сами дойдут, куда им надо. Так, видите, у нас склады полные, да, уже, блин, здесь полные. Я еще здесь склад построил один... Вот, начинается заполняться понемножку все, да? Много ресурсов мы тратим, добываем, а не тратим. Счастье у нас здесь, апгрейдил я, еще раз покажу, что апгрейдил мы, где колония, апгрейдил я межкомнатные стены, которые придают плюс 20 к счастью в коммунальных жилиях, да? И будем этим заниматься, этим дальше. Но сейчас нам надо, сейчас в первую очередь надо заняться электричеством, пластмассой в первую очередь, потому что я хочу вот от этого гадости избавиться. Да, будет некрасиво, у нас будет здесь, блин, добывающая станция, ну что ж делать, так и здесь. Будем опять же тоже сносить поле. Эти два поля будем сносить сейчас. Сейчас они это все уберут. Здесь я уже... Дальше мы делаем вот так, закрываем. Даже можем уничтожить сразу его. Это у нас здесь... Дальше тоже мы будем уничтожать. Здесь собрать урожай. И дальше просто ничего не делаем. Потому что я хочу туда еще поставить пару ферм больших. Они будут более продуктивные, они, по идее, не должны влезть мне сюда. И даже еще останется здесь что-нибудь построить, такое чисто для красоты. Так, смотрим, что у нас происходит дальше, да. Так, смотрим, так, у нас 21 час, наши чувачки там идут, направляются туда, куда ему надо. Здесь у нас выращивается кукуруза, все хорошо. Так, торгуем мы. Насчет торговли, друзья, где красненькая, да, показывается, это мы с кем-то торгуем, кому-то мы доставляем этот товар, да. Зелененькая, вот, например, здесь нет зелененькой, даже никто не... Вот, когда будет зелененькая, вот стрелочка к нам, это идет с
этого города к нам. Так что имейте в виду это дело. Так, ну видите, у нас 562 очка репутации. Это можно проверить, опять же, тоже здесь, в статистике. Тут 332 получается, почему так мало? Там 500, или это у них такая репутация? У нас, короче, получается 332 очка репутации. Я не знаю, что-нибудь в дальнейшем делать. Может, мы сможем потом какую-то дипломатию с ним проводить, да? У них 562, да, видите? Здесь сколько у них? 534, да? У нас довольно-таки... Ну, потому что мы здесь сколько? 604, вообще много. И Omnicorn 214, да? Ну, тут чуть побольше с ними, да, чем у них. Отлично. Так, и Чемвель еще здесь еще есть один город. Ну, тут 787, вообще пипец. Очень много. Так, ну, это... Я не знаю, потому что вроде бы 1000 очков только дается, да? Ну, как-то странно. Только эта 1000 быстро наполнится. Либо, потому что я в основном торгую. Так. Я надеюсь, я смогу еще сюда один дом сюда впендюрить. Но это потом посмотрим, когда мы построим станцию. А, кстати, мы можем даже сейчас ее построить, пока нам изучается эта тема. Добыча. Ага. Построим. Я же не выучил ее, во-первых. Пилораму надо построить нам, потому что у нас сколько досок. Ну, доски тоже сейчас пока что не нужно. У нас сколько? 9 человек у нас не работает. Ну, потому что тут один человек ушел. Что здесь происходит? 17. Так, тут собирается урожай. Окей, хорошо. Так, что у нас с едой? Как видите, у нас с едой вообще никаких проблем нету. Очень много еды. Потребляется, как видите, 33. Производится 28, но это не факт, это неправильно. Мы потребляем гораздо, производим гораздо больше. Так, тут мы проверяем все работает, все работает, отлично. Такс. Здесь у нас, видите, проапгрейдено тоже. Две ячейки есть. Так как и здесь у нас есть сейчас две ячейки. Тоже это проапгрейдили мы. Так, а что здесь у тебя, дружище? Ага, переместить рабочую зону, да? У тебя деревьев нету. Ну, давай сюда иди. Работай здесь пока что. Так, иначе эти дерева будут сноситься. Так, хорошо. Ладно, что у нас там по нашим развитиям? 9 часов еще, нормально. Плохо, что не можно поставить их в очередь, значит, поставить там на полностью свои, носить свои очки и все, и радуется жизни. Так, кстати, надо посмотреть, где нам наше производство, где наши формы. Ой, ё-моё, промышленная добыча, это так далеко, ёшки-матрёшки. Ну, будем бить по производству, Ах ты, бля... Не получится мне сюда вставить поле. Ах ты жопа. Ну ладно. Черт с ним. То, что здесь, видите, что здесь, друзья? Значит, первым делом туда мы построим... Вот, как видите, сразу меняются планы, что мы будем строить. Так. Что такое? Один из колонистов приносит вам небольшое устройство. Он говорит, что нашел его в брошенной машине неподалеку отсюда. Вы знаете, что это устройство идет передатчик немного. Поиграв с ним, вы обнаружите, что оно все еще передает информацию на приемник. И у вас есть координаты этого приемника. Вопрос лишь потом, если вы подумаете. Пойти по следу. Разобраться с материалами. Колонистов, что... Бля. Лучевая болезнь. Ну ладно, у нас есть йодовые таблетки. Нормально, вылечат. Так, значит, что мы делаем? А что здесь происходит? А, металл добывается здесь, отлично. Хорошо. Так, значит, дальше, что мы... блин, тут всего надо строить, и, блин, не хватает. Так, массивный аккумулятор, безопасность. Вот, мы потом в следующем будем изучать это. Вот скорости, так, что у нас здесь получается, да? На экологической станции хранилище ядерных отходов. Вместимость 4000, конденсатор и энергии 12. Но все равно им надо сначала по производству пройтись. И энергия... Блин, так далеко еще. Массивные аккумуляторы, главное. Формула биотоп. Химкомбинат. Ну ладно, там надо, все равно надо электричество надо. Там надо электричество для этого. 30, кстати, 30 энергии. Так, хорошо, ладно. Пусть это и здесь действует, работает. Так, что здесь происходит? Урожая 0. Нет, Ну, сейчас он заберет последнее, и все будет... Возделывание. Зачем ты возделываешь, дружище? Не надо возделывать. Уничтожить. Отлично. Так, значит, что... Переработка утилия завершена. Массивный аккумулятор. Пока будет исследоваться массивный аккумулятор. Один день, 14 дней. Ёбаный срась. Мы построим лабораторию по переработке отходов.
Или где это получается у нас? База аванпоста. Так, подожди. Куда ты делся? Пилорама, это понятно. Что у нас здесь? Среднебольшое поле. Окей, надежный склад. Это здесь все это есть. Лачуги. А как? Подожди, что-то я выучил. Ну ладно. Что-то да я выучил. А что вообще без понятия? А да что я выучил вообще? А, переработка утилья. Вот что надо построить. Я думал, что-то еще что-то переработал. А что я переработал, так я не понял. Станция переработки. Это будет здесь. Вот здесь. Вот, мастерская. Но она требует энергии, жопа. И, блин, место куда засунуть. А, вот сюда. Встань, пожалуйста. Херас два, почему ты не встаешь? А, тут не хватает места тебе, да? Ну сюда я не хочу вас ставить, блин. Ну единственное, сюда можно поставить еще его. Ну тоже, блин. Сюда тоже не хочется мне ставить его. Ну единственное, то, что сюда-то поставить. Ладно, поставим сюда вот это, пусть работает здесь. Нам утиль нужно, это будет делать вот это. Детальки нам будет делать, нам это надо. Типа сейчас мы будем, когда будем уходить в электричество. Это очень нам важно. Так, дальше что мы смотрим? Давай, бей. На, по таблищу, все, сдох. И что у тебя здесь есть? Курточки, ну, бля. Давай, намашем личика. Крупное поражение. Ой, блядь, у них 10 за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Незначительное поражение. Ну, мы вдвоем их отдубасим. У нас есть боец. У нас боец нормально мочит. Так, что у тебя здесь, дружище? Давай. Наваляй ему лещей. Ой, сразу вырубил его прям. Значит, у нас этот сейчас сразу возьмет бетон весь. 70. Блин, не хватило. Чуть-чуть не хватило. Ну, ладно, черт с ним. Окей. Работаем, друзья, работаем, все хорошо. Так, что у нас здесь получается? Тут вы ничего донесете? Конденсаторы, где? Быстренько принесли конденсаторы. У нас единственный человек. Ну, будь ядерные отходы, они, блин, ни к силу, ни к городу здесь. А, кстати, подожди, знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас посмотрим, или вообще можем сюда поставить большое поле. А, кстати, мы можем так сделать, смотрите. Так, Алексей, мы тогда так-то, подожди, он получается, он заканчивается с этим деревом. Блин. Давайте сделаем так. Одно сюда. Не надо мне среднее поле, дружище, большое поле. И замечательно, просто стало как, блин, как по маслу. Отлично, так, а сюда мы, знаешь, что, друзья, сделаем? Да, я знаю дорогу, еще энергии нету, сейчас будет энергия. Потом еще забибыним, что-нибудь туда засунем. Так, хорошо, значит, так, мы сюда поставим одно. Так, что здесь, строительные запчасти, расклад заполнен. Блин, ну все склады заполнены, на это вы еще издеваетесь, друзья. Так, заполнен, 90%, 85%, окей. Станция, большое поле. Сюда мы забубеним людей и посадим... Что у нас здесь? У нас что здесь? Кукуруза. Сюда мы посадим... Картошечку. А что с пшеном у нас, кстати? Что с пшеном? 104. Ну и сюда мы тогда забубеним пшеницу. Потому что сейчас подсолнух у нас есть, нам это не горит. А пшеница... А потом подсолнух сюда посадим. Так у нас очень мало, да, плодородной земли. Ну, сравнительно мало. Нам надо как-то все планировать заранее. И фермы будут находиться довольно-таки в разных местах. Так, что у нас здесь? Электричества нету. Так, до сих пор изучаем, что у нас происходит здесь. Аккумулятор скоро будет, уже скоро будет, друзья. Скоро будет у нас уже изучено. Так, забирай. 15. Ты забирай. И машину надо вообще построить, блин. Незначительная победа. Уже видите, у нас незначительная победа. Это все из-за этой женщины. Она довольно мощно бьет. Ну, потому что она и боец вообще по специальности.
Блин, надо было этому дать чуваку, чтобы он посмотрел. Ну, забрал бетон, вернее. Конденсаторы. Неплохо, неплохо. Окей, погнали обратно. Текс. Так, 3-2 скорость, у нас все хорошо, все отлично. Так, рыбка добивается. Энергии здесь пока что нет. У нас сколько человек? 2 человека. Нам надо здесь, так, перейти к карту. Блять, мне как-то так. Ну да, потому что я прозевал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как я так потратил зря целое очко ходьбы. Жучки, нормально. Ням-ням. Крупная победа. Ну, наваляла, короче. Блин, вот это вот опасно, блин. Она боец. Мы не будем, мы... Это у нас ученая. Пусть она будет... Блин, тут еще пацаны нарисовались. Так, что у тебя здесь? Иди сюда, смотри, что здесь. Дяденька, ты иди... Блин. Вот сюда иди. Ну, тоже неплохо. Склад заполнен. Так, может, что-то с кем-то поторговаться можно? Ну, я и торгуюсь уже на данной стадии, уже 40. А у нас следующая еда идет там? Ой, рационов у нас целая куча. А сколько мы выполнили вообще доставку рационов? 120. О, 15 из 40, еще 12 дней у нас. Свободно. Изи. Так, здесь у нас что-то, возможно, ресурсы. Ну, тут тоже не могут загружать всякую. Еду, металл, масло. Потому что не знаю, почему это масло не отображается здесь. Вот, например, не хранится, оно отображается вот здесь. Отображается, странно. Вроде бы один склад. Ну да ладно, не будем придираться. Но не хочу еще, блин, склад строить. Блин, это, блин, как-то будет довольно-таки. Тут полный, тут полный, тут полный, блин, и тут полный. Ну, а тут 84%. И где вся еда хранится, кстати, вообще? Аккумулятор выучен. Тут один день. Так, что ты даешь нам? Большой ветряк. Да, мы вот это изучаем. Отлично. Тесла будет нам рад. И где-то мы будем строить это дело, знаете, друзья, где-то в неплодородных землях. Где-то вот здесь. Ну да, где-то рядом. Где-то вот здесь, не знаю, рядочка, рядышком где-то тут. Да вообще взяли. Ну да, где-то вот здесь. Скорее всего, здесь будем не строить. Здесь, вот в эту сторону. Тут ядерные отходы поставим где-нибудь. Потому что, ну, это будет следующее, что мы будем выкачивать. Ядерные отходы, потому что надо почистить эту зону. Чтобы у нас не было никакого простоя. И, скорее всего, уже скоро капусточка к нам придет, придут всякие морковочки и так далее и тому подобное. Так, ты собирай. Сколько ты соберешь? 86. Ладно, и ты добери сейчас это, все остальное. Так, женщина, блин, ну, опасно. Оу, блин, взорвалась жопа. Что у тебя здесь? Незначительное поражение. Ну, давай, потом отправим эту женщину. А, не хватит очков. Отлично, наука. Это отличненько, супер, хорошо. Текс, ладно, я же должен третью скорость рубим, чтобы это все так быстренько и энергично происходило. Так, вот единственное, что мне еще вот это напрягает, что это будет потом где-то. Я, скорее всего, что мы сможем потом что-то использовать. Это будут какие-то, знаешь, вулканические гейзеры, какие-то термо... Будут какие-то термогенераторы какие-то будут. Нужно... Кто-то ворует доски. Кажется, кто-то из другой доски хранишь. Не трогай домик, ну что ты, счастье, плюс 3 дети. Домик построили на дереве. Мы потом дерево срубим, и все будет нормально. Так, тут у нас бетон. Что у нас с бетоном? 600, ой, блядь, у нас столько ресурсов. Так, этот болеет, почему ты тут тусуешься? Йодные таблетки ускоряют выздоровление. У нас есть йодные таблетки, 16 штук еще. Перейти на карте мира, так, хорошо. Так, иди сюда, проверяй, что здесь. Эй. Так, иди сюда.
Ну. Давай, сюда. Чекни, что здесь. Ох ты, вот это неплохо. А ты иди сюда, собирай. 350, отлично. Так, что у нас здесь? 52. Блин, ну тут все заполняется. А, некуда это все девать. Но зато наконец-то начали сюда носить всю еду. Наконец-то. И все инструментики. Так, что у нас по исследованиям? 23 часа еще. Ай-яй-яй. Еще целый день нам надо будет ждать, пока это все будет. Так, ягоды выработались. Нам нужен новый источник. Это кто? Ну, это вроде бы все так, как обычно. Так, это растет. Отлично, все замечательно. Так, идите сюда, проведайте территорию, что происходит здесь. Конденсаторов очень много, кстати, друзья. Блин, 30. О, хпшки снял 30 ему. Ешь ты, матрешь. Незначительное поражение. Незначительная победа. Вот и все. Потому я посылаю их по два, чтобы они нормально отфиндосились. Так я бы на машине их бы послал, и они на машине бы это все делали бы, но машина у нас еще не готова. У нас нет еще. Технология не изучена. Потому что мы пошли по производству сначала. Мы наладим производство, а потом, чтобы у нас не было нехватки, не было проблемы в нехватке ресурсов. Но и сейчас уже нету проблем у нас в нехватке ресурсов. Ну, в дальнейшем еще будет лучше. Так, инструменты у нас есть, аптечки, все, бензин, так, это все есть, отлично. Так, что у нас осталось? Что у нас осталось по извлечению этого? 12 часов, отлично. Скоро будет уже готово. Так, у нас тут что, картошка, здесь у нас кукуруза, здесь у нас пшеница. Здесь потом мы посадим подсолнухи. А здесь... А, кстати, друзья, смотри, я думаю, что здесь у нас... Лучше построим здесь мы фабрику. О, электроэнергию строить будем здесь, делать, наверное. Потому что, ну, здесь, смотрите, как тут много неплодородной земли. Чем ее лучше... А здесь мы поставим какую-нибудь, не знаю, переработочную станцию, не знаю, что-нибудь вроде этого. Иди здесь за конденсаторами. Надеюсь, этого сейчас не шибает опять. Блин, опять треснуло по нему. Ну, ешь ты, матрешь. Незначительное поражение. Это как? А, ну да, это ж, блин... И этот ученый. Ну, по идее, должна трубы рубить их. А нет еще? Ладно. Ты забирай это. А ты забирай вот это. А что, забрал уже все, да? Ну, тогда проверь это. Так, тут йодные таблетки. Ну, блин. Печальненько. Дичь. Надо еще, может быть, что-то... Так, есть. Итак, сейчас мы можем... Знаете что, друзья? Пища нет. Безопасность. Работа с отходами. Изучаем это, пока будет строиться наша электростанция. Сразу построим несколько. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Нормально будет. 5 как раз. Чуть и не хватает, дружище. Ай, запчастей, бля. Бля. Запчастей не хватает. Я как-то лоханулся. Доступны новые торговые сделки. Ладно, значит, что сделаем, друзья, это сейчас. Так, смотри, что мы сейчас быстренько здесь забутеним. Так, что у нас торговый караван прибыл. Смотрим, что мы так, мы это уже отоплатили, все это сделали. Можем, знаете, что заказать? Может быть, где-то у них есть это, здесь запчасти? Нет, они... Вот, иди сюда. Или нет? Не, будем продавать пока что, будем продавать. Ну, что, 46 ткани? У меня мало ткани у нас. Что можем еще такое продать им? Пластмассу однозначно можем продать.
Такс, значит, что мы делаем? Мы, короче, сейчас делаем такую фишку. Мы сейчас посылаем домой этого. Ты, женщина, собирай пока что здесь. Этот дамаг по тебе не проходит. Ты закончи с этим. И что ты нам предложишь здесь? Ну, тоже неплохая вещь. Не, опасно, опасно, она взорвется и помрет у меня. Курточки, заберет курточки, отлично. Так, что у тебя здесь? Все здесь сделано, все здесь сделано. Конденсаторы, да? Иди за таблетками. Йодные таблетки нам нужны, потому что у нас мало осталось их. У нас осталось сколько? 8 таблеток. А когда дама придет к нам, еще неизвестно. Блин. А если, подожди, что здесь? Солнечный 3-4, так, пластмасса, ага. Ну так, чисто построим пока что, пусть будет. Потом мы здесь поставим только одну большую. Солнечную батарейку. Корота пришла. Так, у тебя есть специалист? 3 человека. Ваш последний придется поставить нужно. Так, берем, нам нужны люди, нам нужны люди, у нас нету людей. Сейчас у нас появится свет. Надеюсь, сейчас не ночь. Заодно они начнут производить нам вот эти ресики. Энергии нету, блин. То что, сука. Солнца нет, это вечер получается у нас. Ну ладно. Ну что ж, сейчас эти зареснутся. Вот и ночь, и вот и все пошло нормально. Ну ты звезда ночного бульвара, блин. Ай-яй-яй, ну куда ты пошла? Твою дивизию, ну да ладно, черт с ним. Конденсатор не проверит сначала. Блин, не проверит он. Нужен новый источник ягод. Ага, переместить рабочую зону. Есть где-то ягоды здесь, у нас поблизости где-нибудь. Ягоды, ягоды. А ну-ка, всплывите мне здесь, опа. Есть. А тут же добывается ягода. А здесь есть что-нибудь? Не, здесь уже нету. Я все же перелазил, да? Все же перелопатили. Ладно, посмотрим, что здесь еще может быть. Где-то здесь еще есть. Тут тоже добывается. Бля, магнитная буря. Ладно, магнитная буря, это вообще... О, вот здесь не добывается. Хорошо. Кстати, у нас тут есть какие-то здания, которые, я не знаю, они вообще работают, не работают. Вы работаете? Да, вы работаете, отлично. Что такое? Работорговцы. У ваших ворот поставил вычерпывающий размеров колонна хорошо вооруженных бандитов. Пара погонщиков выскакивает здесь в гонгинской плейнах. Предводитель шайки обращается к вам. Эй, ты там, за воротами. А ну, чаще сюда говорить будем. Мы тут новая партия работников, как и рвутся. Взяться за любое дело и на... Блядь, ну ладно, берем заодно такого. Не хотел я, конечно. Ну пусть он будет, пусть работает. А то его пустили бы на что-нибудь нехорошее. Так, ладно, ты собирай пока это, а ты вообще иди домой. Тут заплутало мне здесь. Так, йодные таблетки, отлично тоже. Вот иди, хорошо, что у этих специалистов очень хорошие, они очень внимательны. Они не нарываются на бомбы, они очень редко взрываются, и это очень радует. Да ты, бля. Ну вот это потому и мне нравятся эти солнечные трепы, потому что такая вот фигня происходит здесь и все. У нас остался один день для магнитной бури, да? Хорошо. Какие запасы? У нас ничего не хранится, дружище. У нас нету батарей никаких. А почему ничего не... Тут мне ничего не выскочило, что... У нас изучили все, что надо. Странно.
Но вот ресурсы выгружаются. Хорошо, что мы довезли до этого, получается? А, мы довезли это вот, окей. Так, что мы можем еще отослать им? Инструменты? 146, не-не-не-не-не-не-не-не, так, что еще? Что еще можно такое им дать? Так, мясо? Может быть, так, что это, 20 штук? Нет, это у нас нету. Ну, плюс бетон можем продать, у нас дохерища бетона. Специалисты готовы к работе, идите ко мне, где вы там? Так, ты на базу. Так, что у тебя здесь? Иди сюда, проверяй, что здесь. Окей, окей, окей. А ты забери, блин, еще не... А, ну вот сейчас ему дал, звездюлей 20 очков, да, сняло. Не страшно. Такс. Ну все у нас, да? Все строится, все ухватило им, да? Вроде бы. Давай сюда принеси, все замечательно. Пока не будет хоть один ветря готов. И эти производить, да? Да, но это, блин, будет очень долго. Так, сейчас главное следить за тем, что кто, по чему мотанут сейчас. Так, производство, иди сюда. Формула биотоплива. Надежные комплектующие. Это очень хорошая вещь. Потом это сделаем. Ох, что так быстро? А, я ж не снял скорость. Твою ж дивизию. Ну ладно. Этот отдыхает. Эта женщина сейчас собирает здесь. Ты возвращайся домой. Этот чувак идет за исследованиями. А ты у нас забираешь последние три штучки, да? Да, забираешь последние три штучки. Отлично. Так, ничего там, купаку там, чудо, куда врезало? А это что за ягоды здесь, еще не понял. Откуда? Вот тут ремонт. А вот если это конструкция с большой солнечной батареей. Ну по большому счету нам нахер не нужна вообще-то большая солнечная батарея. Ладно, пусть будет. Все равно надо проходить его. Так. Давай ты потроешь типа сначала территорию, а потом пойдешь домой. Так, а ты у нас идешь, дяденька, 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 ты идешь открывать эту территорию. Территорию, идешь эту территорию открывать. Блять, конденсатор. Ну, все нормально. Отлично. Так, у нас вырабатывает. Сейчас сразу же ставим. Очищительный. Где у нас где, где у нас будет здесь? Экологическая ста. Ой, ёшки-матрёшки, сколько у вас здесь вообще? Допустим, поставим его с... Блин, не хочу сюда ставить ее. Ну ладно, поставим, что с ним. Кстати, поставим-то мы поставим, но мне надо сейчас другое проверить. Где-то, где-то, где-то. Склад, склад, склад. Сколько он занимает? Так, короче, колесико, колесико, черное колесико. Иди сюда. Да, вот так и будет. Сюда ставим. А почему тут не хватает здесь деталей? Блин, тут... Так, что здесь? Перейти карту.
На победу пойдем? Так, отлично. Бетон, ну хер мне сдал, там бетон сдался, блин. Текс, 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 текс. Это строится все у нас, работает здесь, все отлично, так, хорошо. Что такое, что такое? Один из колонистов обращается к вам с простоящим предложением. Слушай, начальник, я же вижу, что народу не повредит немного возбудиться. Если бы у меня был нужный материал для сделать пару инструментов для, под музыку, то и работаю сильно. Например, я могу сделать гитару, барабаны или циркулярный орган. Господи, конечно, сделайте под циркулярный орган. Смотрите, циркулярный орган. Давай, орган, давай, давай. С счастью, плюс 8. Согласие. Колонисты не испытают ни счастья, ни счастья. Я надеюсь, что это будет потом меняться, я, скорее всего, я так считаю, да? По идее, должно. Что здесь, почему здесь что не строится? А ну-ка, быстренько построили. И сразу идем, блин, надо переместить зону рабочую. Опа. А ты уже закончил работу, да? Ой, как далеко. И здесь сюда. Дом станции переработки лома. Ладно, поставим его сюда, пусть стоит. Ну, блин, далеко ходите мне, ёшки-матрёшки. Ладно, черт с ним, это не страшно. Так, что у вас с ресурсами здесь, друзья? Почему ничего не несете мне здесь? Экологическая станция строительства завершена. Переместить рабочую зону. Вот это надо убрать сразу, срочно. И сразу мы строим сюда склад. Блин, конечно, не круто ставить их где-то рядом с... поселением, ну что делать? Текс, хорошо. Тут все добывается, все задобывается, все отлично, все нормально. А почему мы тормозим в производстве? Промышленная добыча, вот. Ах ты мать. Конвейер, младший инженер. Не, серьезно, друзья. Вот это приятно. Это приятно. Это приятно, очень приятно. Они добавили ячейку каждому этому экстратору, да. Помните, что я говорил в предыдущем обновлении? Надеюсь, что не добавят двухсменную. То есть, что не один человек будет работать, а два человека будут работать. Вообще идеально. Я считаю, так это так должно быть, да? Как задумалось. Посмотрим, как это будет на самом деле. Не, ну очень приятно, что они этим задумались насчет этого, кстати. Нежданненько. Но это радует. Да блин, тут ты что ж ты открываешь постоянно всякую гадость? Аптечки. А ты чем занимаешься, дружище? А, эти бетон забери, блин. То у тебя бетон уже так есть 60. 120 получается. Молодец, умница. А еще бы ворота улучшить, еще было бы шикарно. Так что с рельсами у нас? Вот этого, да, надо побольше. Дерево у нас нормально, металла тоже много. Все отлично. После согласия, отдыха 108, все замечательно. Вот, да, да.
Тут две штучки, тут 6. Ну пусть это ничего страшного, пусть строится. Со временем это все. Они сделают то, что надо им. Думаю, что-то очень долго это все они делают. Отлично. Так, что у нас с этим вот? Где ты тут металл поставил? Ага, строит, строит. Хорошо, значит, сразу надо просто обозначить территорию большую, чтобы они эти две кучи забирали сразу. Все, отлично. К воротам пришла группа специалист. Бля. Берем. У нас еще есть пока что место. 48 человек, так, 42 производства. Окей, хорошо, так. Что у нас здесь? У нас есть полный состав. Что здесь? Вот, надо положить еще парочку людей. Исследование завершено. Промышленная добыча. Забираем. Экскаваторы, да, выше один слот. И тогда мы еще здесь будет два слота. А что здесь за конвейер? И скорость производства, отлично. Промышленная добыча, 2 дня, 5 дней. Там промышленную сейчас полностью скачаем. У нас 100 очков, 200. Блин, 400, 475 очков. А у нас есть? Да, у нас хватает. Полностью откроем производство. Давай, иди на... Блин, не хватит ему леща навешать. О, машинка. Отлично. Еще одна. Ну, мне скажут, уже есть, блин, три машинки, если не ошибаюсь. Или четыре, сколько я притащил, не помню. Мне, походу, они вообще не работают, эти мастера, блин, херово. Ресурсы в пути. Откуда они? Что, из Китая идут, что ли? Не понимаю, блин. Прямиком, кажется, наверное. Ой, наконец у нас масло появилось, друзья. Масло. Наконец-то на масло тащат. Так, здесь у нас... А что у нас с рационами, кстати? 291. Давайте ночью мы сделаем. Мясной рацион. Поменяем им. Смешанный рацион. Вот. Мяско и овощи. Так, есть чем торговать? Нет. Кстати, что у нас по нашему... 424. Нормально. Нужен новый источник. Так, тут все за... Ну тут уже все, это нету смысла мне здесь уже смотреть ничего. Я уже походу все, то что возможно было, перетащил, наверное, уже туда, куда мне надо. Уже все мы собрали. А, нет, смотри, еще оказывается что-то есть. Вот, например, смотри, сколько здесь ништячков. Какую-то рабочую зону. А ты что здесь забыл, дружище? Опа, тут какое-то большое, огромное... Оу, дерево. Переместить рабочую зону. Есть еще ягоды? Ну, тут собирает ягоды уже. Нет, у нас больше здесь ягод нету. А вот, подожди. А, тут собирается уже. Да. Ну, не печально. Не печально. Это все не страшно. Пусть стоит здесь. Так что мы и здесь, чтобы это все идет обратно сюда. Так, хорошо, как вот это уже, сколько еще осталось? О, сейчас будет уже готово, сейчас еще одну ферму, о, еще одно поле построим. Отлично.
По большому счету, может, даже все можно. Не, ну сюда больше не влезть, нам больше, наверное. Так, значит, окей. Здесь мы по большому счету и по максимуму могли использовать то, что использовали. Так, колонистам с мутацией, блин. Иди ты в баню, мутация твоя. Так, что у тебя здесь? Идите, принесите рабочую зону, мы перемещаем ее вот. Вот сюда, вот. Работайте здесь, у вас тут очень много работы сейчас будет. Так, что с промышленным производством? Один день, три дня. Так, у нас чувачки готовы. Так, что у нас? Ну, рискнем. Ну да, рискнем, блядь, рискнули. Ну ладно, это не страшно. У нас еще там достаточно энергии у этой девушки. Что у тебя здесь, подруга? А ты идешь кому-то там тоже лещей навешивать. А что здесь у нас? А, понял, эти развлекательная тема. Ну, насчет ресурсов, друзья, и в плане исследования у нас просто целая тележка и маленькая тележка, вагончик и маленькая тележка, вот. Кстати, зарешено большое поле. Дальше, подсолнухи. Поехали, подсолнухи. Тут вообще лечится вообще? А, все нормально. Вылечили мутацию, сейчас пошла лечиться это облучение. Голодание. Кто-то тут где-то застрял и не может сходить покушать. Ты че, зверел? Дружище. Окей. Сколько у нас энергии производится? 30 энергии производится. Это, походу, еще ждет еще ресурсов, я не понимаю. Или у нас нет ресурсов? У нас... Что? Это как? Ладно, надо закупить. А у меня все заняты. Окей. Окей. А как так? Как я так прозевал? Бам, упал. Одно улил, другой открылся, блин. Ты серьезно вообще? Так, курточки. Иди, залутайся. Ну, смотри, 200 с лишним. 2000 очков. 15 часов еще, ё-моё, так долго. Так, пока там занимаемся, так, где, что у нас здесь происходит вообще? Здесь не хватает, здесь не хватает. А, кстати, сколько производит большая... Что надо для большой электробатареи? Вот, мы сейчас и построим ее, это мы сейчас уничтожить. 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 Вот так, бам. А сколько вообще производит энергии, блядь, так не посмотрел вообще, вот дурень. Сколько на энергии дает нам? Ой, здесь сорян, туда не туда кликнул. 16, нормально. Так. Что у нас с домами вообще? У нас место есть еще? 8, полный загруз. Значит, мы строим еще один домик. Я так очень надеюсь, что мы сможем забубенить.
Не, поставим так дома, вот так лучше. Отлично, ты забрал все, что надо. Окей, долби его. Так, что у тебя здесь есть? Что ты нашла мне здесь? Куртки? Что с куртками у нас? А ты, короче, собираешь куртки, потом это, и потом возвращаешься обратно домой. Чтобы не терять себя, твои ходы. Так, 179, все нормально. Потом машину его посадим и погонит он домой. Отлично, отлично. Все у нас идет как по маслу, по большому счету. Колонисты давно мечтают об огромном пире для поднятия боевого духа. Конечно, придется наготовить кучу блюд, а на кладовку идет масса времени, но зато прекрасно сочет сцены жителей. Разрешить, минус 5 мяса, конечно. Проходите сочувствие. Счастье плюс и 9 мяса еще. Вообще, я какой-то вообще красавчик. Лучевая болезнь. Так, что-то там кто-то, наверное, умер, наверное, но там сейчас переживает, бедный. Так. Я уже все жду, сейчас не могу дождаться моего вот этого. Часик остался, друзья, до первой производить этой добычи, до первого экскаватора. Экстрактора, экскаватора. Младший инженер, 15 часов исследовать. И сейчас сюда строим мы. Где это? Иди сюда. Нет, иди сюда, вот сюда иди. Так. Экскаватор. Да ты тут кликнул опять. Пластика. Отлично. Супер. Так, он потребляет сколько энергии? Ну опять не проверил, сколько энергии требует. Сколько ты энергии требуешь, дружище? 12, у меня 22. Блин. Мне бы еще металлический экскаватор поставить сюда где-нибудь. Вот-вот, как раз в этом районе где-нибудь. И здесь еще есть. Ай-яй-яй. В первую очередь здесь, наверное, поставить надо. А, кстати, я же не могу поле поверх этого положить, да? Сейчас проверим просто. Чисто ради интереса. А, кстати, можно. Смотри, друзья, можно. Вау. Значит, такие... Тогда мы, знаешь, друзья, пластмассу поставим сюда. По металл. А тут тоже можем уже построить ферму, да? Да? Блин. Не, ну раз фермы там, значит будем здесь расширяться дальше. Да, вот сюда мы поставим первый экскаватор металлический, когда только у нас будет с электричеством все более-менее понятно. А, значит, а что мы паримся? Сколько здесь? 6. Сколько здесь не хватает? 2 здесь не хватает. 2 здесь не хватает. Просто берем вот так. Отмена строительства. И... Отмена строительства. И это в приоритеты. Бам. Это в приоритеты. Бам. И все. И у нас будет 90 энергии. Как-то быстро все это исследовать. Все, давай-давай-давай, еще чуть осталось, дружище. Еще чуть осталось, и будет еще вот здесь две штучки, и все, баста. Где наши строители, вообще не понимаю. Вот видите, еще одно окошко. А раньше такого окошка не было. Был только один человек, и я бомбил мне из-за этого. Меня бомбило из-за этого. Очень бомбило. И почему-то не идут люди строить... мой склад. Ой, мои эти энергетические, блин, батареи, ветряки. Пацаны, чем вы занимаетесь, наверное? Сколько у нас детей вообще? Один ребенок. Окей. Торговые договора. Может, что-нибудь такое интересное есть? Это что такое? Это металл. Сколько с металлом? У нас 300... 147. Мало. Жуки, блин.
Это что у нас? Это 13 дней. Так, что это? Жуки 600. Продать 4 контейнера. Нам нету такого, у нас нет такого удовольствия. Так, ладно, что еще можно продать? Доски? Да, доски можно продать. 144 монетки. Нормально, пусть работает. Кстати, у нас эти готовы. Ну, и что ты мне сейчас покажешь здесь? Антибиотики. Так, забирай это. Давай, машину погнал и домой. А не, вообще сюда сидишь. Взорвался, не? Блять, взорвался, дубина. Так, что у нас здесь получается? Это тут все делается, тут строится. Но здесь нихуя не строится вообще. Кот идешь. Да че ты идешь рыбу ловить? Что с рыбой у нас? То мы сейчас пару рыбаков скинем отсюда. Может, они пойдут строить что-нибудь, блин? В чем я очень сомневаюсь. О, побежал куда-то. Что-то побежал, что-то делать куда-то. Что, где? Где они все? Я не знаю, вот ты что еще мне бесит, то, что приоритет еще не работает. Не работает приоритет, это просто бесит меня. Значит, сделаем по-другому чуть-чуть. Так, смотри. Отмена. Электроэнергия. Раз. Два. Но. Так, пацаны. Просто убил нахуй с одного удара. Антибиотики, нормально. Четыре хода только, ё-моё. Да. Ну что у нас еще осталось? Чуть-чуть еще исследовать, и будет у нас все чики-пуки. Один день, 6 часов. Ну и где? Вот где, пацаны? Вот где? Вот где, пацаны? Ну чё вы не строите это, блин? Я не понимаю. Вот это как-то глупо и тупо. О, посмотри. А хули вы притащили это дело? У вас здесь ресурсов полная жопа. Странные пацаны какие-то. Они тащат что-то... Херс, вы тащите вообще со склада это все дело. У вас вот валяется целая куча ресурсов, то, что вам нужны. Очень странно. Ну прям очень странно. Давай, ускоримся. Что вы тут будете делать? Мне просто чисто интересно посмотреть. Конденсаторы какие-то несут, вообще без понятия, зачем. Ну, а дальше? Ну, а вот эти инструменты, а шарниры? Ну вот же, 31 и 31 есть. Они, блядь, носят, выносят инструменты, вы чё, и... Статус, какой стал пауза? Какая пауза? Что происходит, пацаны? Чё вы не работаете? Активно, ну, мне тут паузу показывает, смотри. А, ресурсы в поте. Ресурсы в поте, блядь, у него говорит, смотрите. Арис, это, что принять решение, что ты еще от меня хочешь, что здесь? Да бери всех, может быть, они хоть, блядь, пойдут нам принесут что-нибудь толковое, блин.
чем я очень сомневаюсь. Исследовать. Ну и что, друзья? С этим я буду поздравлять, друзья, у нас полностью производство исследовано. Осталось только еще пару пища, колония, безопасность и исследования. Такие маленькие, малюсенькие вещички. Да, это очень странно вот это все. Они, как сейчас кажется, сейчас собирают все, что, блин, валяется вот здесь, да? А потом только будут строить то, что вот я им положил, типа, поставил делать, ну... Без понятия, как это работает. Так что, друзья, я на сегодня с вами прощаюсь, как говорится, да? Если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещение о новых видео. Если есть какие-то советики по поводу игрушки, не стесняйтесь, эпидемия, я уже с эпидемией справлюсь в офлайне. Как видели, да, мы сегодня довольно удачно справились с производством. С этим я разберусь, это будет время, конечно, это я все сделаю, это уже будет готово. В следующей серии мы будем уже заниматься развиванием колонии или пищи, посмотрим, что у нас более важное, да, потому что, ну, пищи тут мало осталось, довольно-таки много, почитаем что-то да как, вот. Так что, друзья, если вам понравилось видео, как еще раз повторяюсь, ставьте лайк, подписывайтесь на каналчик, нажмите на колокольчик. Сегодня с вами прощаюсь, друзья, всего вам доброго и пока-пока.